никогда не пойдет требовать себе обед в актерскую. Он никогда, и когда кто-то из наших молодых ребят: «Ваня, ну давай потребуем, чтобы у нас было это», он говорит: «А мне не надо». Да? И он вместе с нами в актерской сидит, в маленькой нашей комнатушке, он вместе с нами ходит в столовую, он и абсолютно не претендует, и готов сесть на пол, и тут же и входит, понятно, в этих своих стильных безобразия одежках, но зато в золотых браслетах и вкусных таких стильных очечках дорогих. Недавно я разбила стену его часы, по-моему, за 1500 баксов. Наспор. Ну, мы так шутим.